Всем привет, это Кефир. Юми Кефир. Я еще не определилась, какую ось где использовать, но это дело можно обсудить позже. И да, сразу отметим несколько вещей. Многие делали замечание, что мой перс поломан. Держите вот этот кусок творчества, здесь по крайней мере разные позы. И если Хидеки это смотрит, fuck you, люди с говорилкой тоже люди. Я могу назвать десяток причин, почему не использую свой реальный голос, хоть он мне нравится так же, как и зрителям, но видео и так обещает быть долгим. Так о чем мы? Ах да, возвращение к истокам. Кстати, я часто смотрю Хидеки. Довольно приятный аниматор и обзорщик. Господи, как давно я сказала это. Многое изменилось с тех пор. Изначально я планировала исполнить ваши молитвы и таки записать мысли вслух на Хидеки. Но кто бы мог подумать, что оно будет выпускать ролики так часто. Кроме того, я ощущала лютый дискомфорт во время просмотра этих разговорных видео. Сейчас я просто хочу сказать, что думаю вот об этом ролике. Сэшли драма. Это вообще актуально. Последние зарубежные видео об этом я видела где-то года два назад. Примерно в это время я ее и смотрела. Здорово. Это что, закос на твист от доктор? Я еще очень много раз вспоминал, что не люблю Сэшли, и меня очень часто спрашивают, почему. Поэтому я делаю про это отдельное видео. И да, оно будет касаться Сэшли драмы, которую почти никто так и не рассказал на Ютубе. Are you sure about that? Еще с первого прихода на YouTube у меня было какое-то непонятное отношение к Сэшли. Тогда я не смог бы этого объяснить, но сейчас да. Еще с самого начала ее карьеры она плагиатила. Ее хиоумеми полностью сплагиачено у Scooter Love Sense а-ля Санибея. И это мне первое бросилось в глаза. Эм, а что ты там говорила про то, когда Мэл обвиняла девушку в плагиате меми? Fun fact special for Mel. Меми воровали еще очень давно, и кража меми равна краже видосов. Я не вижу смысла в этом видео. И вот серьезно, плагиат меми. Как можно сплагиатить меми? Суть меми заключается в повторении движений. Разве нет? Ты ведь занимаешься этим. А то, что Санс был и у Скуталу, и у Сэшли, да ну нахер, две фангерлс шиперят себя с Сансом и делают про него меми. Ты точно застала первую половину десятых. Те самые времена, когда еще Васкафтейль была жива. Хорошо, ты говоришь, что здесь срисовка. Рассмотрим представленные тобой скрины. Очевидно, что форма черепа, как и пропорции лица, абсолютно разные. В остальном соглашусь, очень похожи на срисовку, только Сэшли вдобавок растянула тело Санса. Я пыталась найти оба меми, чтобы сравнить их в движении, но нашла старье только у Синабир. Далее по пункту. Первое. Воровство в стиле и срисовки. Еще давно ее стиль шел бок о бок со стилем Сьюзен и Скуталу. Первый скрин я вообще не поняла к чему. Что здесь общего, кроме присутствия Санса. Второй не лучше, глаза, наполненные чернилами, были еще у персонажей Крипипаст, а руки явно позаимствованы из Эдсворлда. Прикол в том, что пара деталей не делает кого-то плагиатом чего-либо. Эти фишки, клише, который может взять каждый. Зато я могу поставить скриншот из видео Твиста Доктор. Я даже думал, что Сьюзен ее копирует, но нет. А еще быстрее эти скрины промотать не хотите ли? Это какой-то недоэффект 25-го кадра или тебе было похер на видеоряд, потому что думаешь, что тебе поверят на слово. Так вот знай, большой брат следит за тобой. Все-таки я смогла поймать это мыло и вот тут уже больше доказательств. Правда, я все равно мало что разглядела в этом мыле. Стиль персонажей в одних и тех же позах действительно один в один. Наверное. У меня уже глаза болят. Далее начинала копировать Тайф. Нагло ворую вначале только грызками. Ну вот, вот, можешь ведь, когда захочешь. И действительно, вот тут уже видно копирку чужого стиля. А сейчас и дошло до того, что Лайн и даже стиль покраса почти полностью копируют ее. Ладно, покрас я еще могу понять, хотя заявлять авторские права на цветовые палитры крайне тупо. Но еще тупее обвинять кого-то в плагиате покраса контура. Контура, Карл, как можно скопировать покрас контура? Это же просто контур, линия вокруг персонажа. Как? В некоторых моментах были и срисовки, что Тайф не оставила незамеченным. Перевожу. Это не кажется странным для тебя? Я не злая, не пытаюсь заставить тебя чувствовать себя плохо, но я тебя прошу, не используй меня как референс, или хотя бы спрашивай разрешение. Ответ от Сэшли. Чувак, я не знаю, я просто искала лапы и все такое, у меня было все равно какая поза, и ну если там были лапы, я их взяла, и Денис, это похоже на тебя. Окей, хороший пример, скопирована целая передняя лапа, это можно расценивать как копирку.
Ну а далее Сэшли просто заблокировала Тайф. Здорово. Алло, здорово. Чё, как Сэшли, любим, нет? Ао, пошла рубрика «Мнение моего друга». Почему я внезапно вспомнила Shadow Bitches? They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. Возвращаясь к теме плагиата, второй пункт. Плагиат Миме. Я Миме, как Намида, Ричбой и многие другие, попросту слизана у Тайф, а Айкон слизана у Ягуар. Конечно, это не единый случай плагиата, до этого она копировала других мелких аниматоров, даже не указывая их, включая как раз таки Тасуму Сьюзен. Возвращаясь к меме и ситуации с Мел. Лично я могу разглядеть какой-никакой плагиат только в этой части меме. До этого в представленном примере нет ничего похожего на плагиат, позы разные, персонажи совершенно разные от формы тела до покраса. Также копирование мелких деталей и все такое. Вы замечали, как фоны Слэш и Тайф похожи? Нет, но похож стиль рисовки, что ты и указала, за что спасибо. Но вот фон, нет, нифига. Здорово. Здорово, я живой. Третье, воровство персонажей. Помимо того, что Сэшли плагиатит стиль Тайф, она также плагиатит и ее персонажей. Главный персонаж, правда, Сэш создавался под влиянием Сьюзан, а аксы ее как раз таки взяты у персонажа Тайф. Этот перс был почти полностью взят у Тайф. Не могу не согласиться, и формы, и покрас слишком похожи. Но вот это нечто было взято у главного перса, той самой Тайф. Разве что добавлена пара белых деталей и рога. Да мать твою, дай нормально рассмотреть скрины. Вот, если смотреть на это открытыми глазами, то видно, что здесь стиль абсолютно разный. Палитра не является плагиатом, поскольку каждый может использовать свои сочетания цветов. Наконец, пропорции персонажей совершенно разные. Под понятие плагиата здесь может попасть только вот этот пример, который мы уже разобрали. Добрым утром. Четвертое. Камишки. За них она берет в основном около 40 баксов, за что люди получают, ну, как бы сказать правильно, то, что явно их не стоит. То, что нарисуют для себя и на заказ очень разнится. Под заказ нарисуют максимум минут 40. Ну, и это очень странно. Как-то раз в кому ей написал чел, типа, йоу, от 40 баксов за такое это многовато, на что Сэш ответила лишь, мне не хочется спаривать все время на это. Хорошо, окей, хорошо. Ничего хорошего. Сначала я рассмотрю сам скрин, а потом уже будем судить, что хорошо, а что нет. Долбанное мыло. Но да, суть ты передала верно. Но как бы если кто-то платит за это деньги, то, наверное, должен сам понимать, чего ожидать от автора. Художник может устанавливать любую цену на свои работы, и если заказчика не устраивает цена, пусть ищет другого художника. В чем проблема? Хидеки не показывает в ролике ни одного примера камишки Сэшли или ее обычных рисунков, так что нам остается только догадываться, действительно ли оно того стоит. Но я согласна с тем, что комишн предполагает плату от заказчика и профессиональную работу от художника. Профессиональные вещи требуют времени, некоторые ждут свои комишки целый месяц, так что какого фига Сэшли стала заниматься этим, если не хочет работать над этим долго, хз. Окей, далее мои слова будут попросту излишни. Ха-ха, действительно. Здравствуйте, у меня к вашему стилю еще больше вопросиков, но вот тут все, конечно же, будут молчать. Пятое, поведение. Есть очень много людей, которые жаловались на то, как Сэшли ведет себя при общении и около того. Она со своим парнем угрожала и оскорбляла своих подписчиков, и ей ничего не стоит назвать своего подписчика шлюхой или хуже. По крайней мере, это говорилось почти в каждом видео про Сэшли драму, что на Ру Ютубе, что и на Англо Ютубе. А так вы все-таки оказали честь просмотреть другие ролики об этой драме, которые почти никто так и не рассказал на Ютубе. Она с легкостью использует оскорбительные слова в чужой адрес.
Также некоторые видео говорили, что Сэшли ненавидит своих подписчиков, и все, что им нужно, это деньги. Я не думаю, что это так, но многие поправляли в комментариях, прям почти под всеми видео, где упоминалось про то, что она ненавидит подписчиков, что она ненавидит тех, кто спрашивает, ты русская и так далее. Окей, тут возражать не буду. С другой стороны, в комментах к моим роликам Хидеки тоже называли токсиком, но я не могу вспомнить, какие у кого были на этот счет доказательства. Вроде у Сахара, но за это время многое могло измениться. На скринах же, которые предоставила нам Хидеки, угадайте что, мыло. Так что дату не разглядеть, спасибо. Что ж, это все, что смог сформулировать на данный момент. Я сразу говорю, я не призываю вас отписываться от нее, хейтить ее. Я просто высказал свою точку мнения. Что же только я хотела сказать, что рада знать, что ты продолжаешь искать инфу, как в следующий момент все слова мигом обнуляются и ограждаются от любой критики одним предложением, это же мое мнение. Как скажешь, Хидеки, продолжай работать над собой, над своим сценарием, над своим видеорядом, над своим звуковым сопровождением, над своими связями, в конце концов. Моим делом было пояснить за представленные доказательства как можно объективнее, потому что такой наглости в обычном мнении быть никак не должно. А вообще, если пытаешься копаться в драме, нужно быть не обязательно осторожным, но внимательным. Очень важно, чтобы в такие моменты нам помогали разобраться лучше, чтобы мы учились на ошибках. Если, Хидеки, ты досмотрела до этого момента, я надеюсь, что до тебя дошло то, что я пыталась донести. И да, надеюсь, никто не обиделся на то, что я называла Хидеки в среднем роде. Будет ли все-таки мысли вслух на Хидеки, фиг его знает, может спустя пару месяцев я вернусь к этому. На этом все, лайк, подписка и коммент по желанию. Да пребудут с нами двуглазые иллюминаты.